Испокон веков люди пытались найти ответ на один важный вопрос. Как дольше оставаться молодыми? На каком-то из этапов нашей жизни мы начинаем замечать признаки старения организма. И если время остановить невозможно, то можно замедлить процесс старения. Иными словами, мы знаем, сколько лет мы прожили, но не можем сказать, сколько лет нашему организму изнутри. Каков его истинный биологический возраст? Возраст наших органов, суставов, клеток и систем. Он может быть определен на основе уровня КПГ или конечных продуктов гликации. Давайте поговорим об этом подробно. Еще в 70-е годы прошлого века ученые изучали вредные вещества, формирующиеся путем соединения избыточных сахаров и протеина в нашем организме. Они назвали эти вещества КПГ и связывают их с преждевременным старением и многими проблемами, такими как, например, появление морщин или нарушение функции суставов, нарушение нормальной функции почек, памяти, отклонение от нормального уровня сахара крови, зрения, нарушение сердечной деятельности. Так как же можно снизить уровень КПГ в нашем организме? Во-первых, нужно ограничить количество КПГ, которое мы потребляем. А вы знаете, что приготовление пищи при высокой температуре увеличивает количество КПГ, которое попадает в наш организм? Кроме этого, большое количество готовых продуктов имеет высокое содержание КПГ. Можно избежать потребления большого количества КПГ, если есть больше свежих овощей и фруктов, готовить на медленном огне и меньше покупать уже обработанных продуктов. Второй способ контроля уровня КПГ – это снизить возможность их формирования в организме. Знаете ли вы, что малоподвижный образ жизни также может ускорять процесс образования КПГ? Физические упражнения сжигают избыточный сахар, а значит, его в организме становится меньше для образования КПГ. Один из самых эффективных способов контроля уровня КПГ – правильный рацион питания, неотъемлемой частью которого является профилактический напиток «Максимум». Проводимые исследования показали, что потребление напитка «Максимум» в течение 4 недель способствует снижению уровня КПГ и, что очень важно, без каких-либо побочных эффектов. Теперь, когда вы знаете, что такое КПГ и как они влияют на наш организм, вам, наверное, интересно, как можно измерить уровень КПГ. Компания Marinda и ее партнеры разработали революционный прибор. Эффективность используемой в приборе технологии была подтверждена результатами более 100 опубликованных научных работ. Просто сканируя поверхность кожи, сканер TrueAge может буквально за 20 секунд определить ваш уровень КПГ. Никогда еще это не было так просто и быстро. Посетите сайт www.truage.com/russia и узнайте больше о КПГ, истинном биологическом возрасте и сканере TrueAge. Помните, что КПГ – вредные вещества, которые формируются при соединении сахаров и белков. Избыточный уровень КПГ в организме может негативно влиять на все системы организма. Уровень КПГ можно снизить, если есть больше свежих овощей и фруктов, ограничить потребление обработанных продуктов и давая своему организму оптимальные физические нагрузки. Не забывайте, здоровый образ жизни – это профилактические напитки Marinda. Мы все хотим подольше оставаться молодыми, и сейчас мы знаем, это реально. Сделайте первый шаг уже сегодня, контролируйте свой уровень КПГ. Свяжитесь с человеком, который поделился с вами этим видео. Пройдите сканирование TrueAge, узнайте больше на сайте www.trueage.com/russia. Каков ваш истинный возраст?